Премьера на национальном телевидении. Программа «Открытый регион» с Натальей Володиной. Вы узнаете о том, какие информационные услуги для жителей республики пришли в социальные службы Чувашии, как можно воспользоваться ими на портале госуслуг, а также на социальном портале и сайтах социальных учреждений республики. Гости студии – заместитель министра здравоохранения и социального развития Галина Германова и директор Центра предоставления мер социальной поддержки Ирина Дроздова. Смотрите во вторник, 20 октября в 20:30 и слушайте на Национальном радио в среду, 22 октября в 20:30.